Галышмановские добровольцы получили средства защиты от федерального волонтерского штаба «Мы вместе». 500 медицинских масок, столько же антисептиков и пар перчаток. Все это необходимо людям, которые помогают пожилым и маломобильным гражданам. Вот это все нам передал региональный штаб волонтеров Тюменской области. Это весомый, так сказать, весомая помощь, большая помощь для нашего штаба, так как вообще по сути масок недостаточно и перчаток на данный момент. Сами знаете, какие цены и так далее. Это очень нам сейчас поможет в дальнейшей работе при доставках продуктов, почты, газет, ну и так далее. Также местный штаб получил бейджи для каждого волонтера с номером телефона. По нему пенсионеры смогут подтвердить личность добровольца.